Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Как обычно, приступаем к ивенту. А дальше уже посмотрим. На арене я знаю точно, что мне почему-то не дают перчаток. Поэтому там всего лишь один доступен, всего лишь бой. Значит так, спасти и сохранить нам вот это вот растение. А в чем прикол? Так, пушка, я вижу там зомби с факелами. Ага. Значит, растения нам будут давать рандомно. Хорошо. Что, ё-моё, хорош. Пушку-то зачем сюда? Блин, это... Гаденыши, зачем они это делают? А ну-ка. О, у меня свеколочка, да еще и с ультой. А ну-ка, попробуем сделать вот так. Секунду, секунду, секунду. Этот ханорик, оказывается, может давить мой сельдерей. Слушай, я на это не подписывался. Блин, а подожди, а мне что-нибудь дадут? Так, секунду, ну-ка давай-ка свеклу поставим сюда. Она справится, интересно? Слушай, она должна справиться. Так, а здесь если мы сделаем? Замечательно. Так, подожди-ка, удобряшку мы получили. Давай-ка, наверное, свеклу сюда еще врежем. Так, я вижу, друзья мои, там идет зомби с ледяным кубом на голове, да? Так, сюда поставим. Давай-ка свеколочку еще. Бум, с всех этих мелких ханориков в расход. Так, капелька. Секунду, подожди. А как мне интересно... Да что ж ты будешь делать-то, а? Я не успеваю, ребят. Я просто не успеваю. Нет, то, что свекла под ультой, это все замечательно. Но мне нужно... Куда ты там, голодранец, собрался, я смотрю, а? Бежит уже на всех парах. Мне нужно вот эти вот пушки уничтожить. Иначе они будут постоянно выкидывать этих мелких зомбарей. Вот я тебе о чем говорю. А ну-ка давай сделаем. А этот еще и поджигает, да? Гаденыш. Ну-ка. Прокатывает, не прокатывает. Вроде бы все хорошо пока. Пока. Давай вот сюда вот поставим. Но мне знаешь, что нужно сделать? Мне нужно вот сюда где-то поставить свеклу, чтобы она бомбила эти пушки. Вот, ты так не думаешь? Это был бы неплохой вариантик. Так, удобряшка. Что мы можем с удобрением сделать? Вот так. Вот. Вот сюда надо ставить где-то свеклу. И вот желательно где-то здесь тоже. Все, я их уничтожил, да, эти пушки. Все, нормуль. Значит, продолжаем с тобой жить и воевать. Тихо, 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 родной. Блин. Не успел. Не успел, ребят, прозевал вот здесь вот зомбик одного мелкого. Ну, ничего страшного. Так, вот если не ошибаюсь, ребята, у нас сейчас должны быть... Да, видишь, удвоенная на 2. То есть награда... Я в упор не вижу, чтобы она удваивалась. А, у нас... Как это все получается? Не понимаю. Может быть, награда только удваивается? Да, 2000. А тут у нас, ребята, не знаю, какой-то гриб и ореха. 3 всего лишь. Ну, давай тогда, наверное, еще разочек сыграем. В принципе, ивент не такой уж и сложный. Так, ну что, я готов. Думаю, зомби тоже готовы. В общем, если нам дают побольше свеклы, естественно, лучше их ставить на первый фланг, да, чтобы уничтожать эти пушки. Вот они как раз выходят и как раз нам... Погоди-ка, у меня свекла уже без ульты. А вот это не есть хорошо. Вот это уже и хорошо. Там-то у нас было как бы усиленные, да, свеколочки. А тут все. Лафа кончилась, друзья мои. И это не есть гуд. Совсем не гуд. Если честно, блин. Да и, по-моему, пушек стало тут в разы больше, да? Так, срочно, короче, нам надо выставлять здесь свеклы. Пускай они будут наносить урон. Так, этот куда мелкий идет ханорик? Куда он тут разогнался, скажи-ка мне на милость. Так, срочно. Вот. Вот если только таким вот образом бомбить. Да, в принципе, очень даже неплохо получается. Ай, паршивые зомби. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой вот сюда поставим. И вот сюда. Этих нужно подбивать. Вот, опять на нижней строчке, ребята, ханорик тут появился. Давай-давай-давай-давай-давай, отдупляй его. Не любуемся на него. Так, это куда-нибудь сюда переместить, что ли, я не знаю. Ну, да ё-моё. Что-то намного все хуже идет. Все на очень...
Очень много хуже. Че, уже заплетается язык. Все намного хуже. Ну да. Так, этого подбили. Давай сюда, наверное, поставим. И свеклу я здесь хочу влепить. Так, удобрение. Еще раз врежем. Так, сюда, наверное, капельку бросим где-нибудь. Ну куда ты? Эй, бомбите, бомбите этого. Фух. Чуть было не прибежал этот мелкий. На самом деле, надо было, наверное, вот на эти тележки, ребят, ставить нам свеклу, да, и тележки просто-напросто вот так вот передвигать, куда тебе нужно, и все. И никаких, в принципе, не было бы проблем. Так, подбили. Остается лишь бочка. Бочка сейчас, естественно, лопнет и вылетит оттуда мелкий зомбарь. Ну, звездарь давай. Вот сюда. Ой, подожди, зачем так подставлять-то? Не надо так делать. Все, прошли. Так, зарабатываем с тобой еще 2000 голды, да? Итого у нас будет 10 тысяч. И посмотрим, какие у нас тут растения. Картофельная мина 3 штуки. Опять же орех 3 штуки и 2000 голды. Отлично, ребят. Давай заглянем с тобой на арену. Заглянем на арену и посмотрим, что там у нас. Перчатки, как я тебе говорил, что я заработать там не могу. Так, квест комплит. А что я выполнил? Какой квест? Ага, на 5 гемов, что ли? Нет, на 2. 2 гемчика всего лишь. Так, мне показывают, что я могу улучшить растения. Если честно, могу. Очень много кого, но с финансами, ребята, были большие проблемы, поэтому... Ну, давай, наверное, вот этого улучшим, да? За 5000. Все-таки я им иногда пользуюсь, этим грибочком. Так, а сколько ты стоишь? Тоже 5000. А ты? Тоже 5. Ночные растения слишком дорого мне обходятся, если честно. А что-нибудь еще есть подешевле? Орех могу улучшить. Во, давай. Правда, я давно уже им не пользовался. Какой он там 5 уровень у меня получил? Ну, неплохо. Так, денег не хватает, поэтому давай-ка быстренько пробежимся с тобой по арене. Где она там у нас? Где у нас ареночка? Так, отсюда тоже надо выйти. Вот она. Сколько там чего у нас не хватает, давай посмотрим. Так, для того, чтобы получить 50 пуф-баллов, кстати, 4 дня осталось всего лишь, нам нужно заработать с тобой 34 короны. Опа, а сейчас могу, ребята, уже смотреть. Ну что, наверное, давай глянем, сколько набьем, а потом уже пойдем. Тем более, арена у нас обновилась. Так, ну что, ребята, почему-то мне одну перчатку дали и все. На этом показ рекламы недоступен. Ладно, давай посмотрим. У нас с тобой сейчас будет 8 пиньят разыгрываться, если мы выиграем. Так, ну... Давай быстрее. Так, смотри. Ой, ём, просто это тут босс у нас. Там динозавры еще. Зашибись. Так, секунду, а я могу? Уже, наверное, не могу, да, вернуться? Твою ж налево. И кем прикажете мне здесь драться? Ну ладно, возьмем, предположим, картофельную мину, да? Что еще можно взять здесь? Блин, я даже не знаю. Лаву-гуаву. Тут вот эти вот идут, плюс эти быки. Танцоры. Я, если честно, даже не знаю, друзья. Тут... Против таких воевать. Плюс еще босяра здесь, который будет ползать, уничтожать все на своем пути. Я не знаю, подсунок нам нужен, не нужен. Если нужен, то это плохо. Потому что мне придется, ребята, как говорится, вместо одного боевого растения брать именно его. Ну, давай возьмем вот так вот. Мне бы, если честно, еще хотелось бы взять сюда вишневую бомбу. Вишневую бомбу. Вместо, может быть, вот так вот сделать. Короче, давай смотреть. Мы так ничего с собой не решим. Надо все это проверять. Так, давай эти грибочки сюда поставим. Так, подсолнухи поставим с тобой здесь. Интересно, зачем вот это вот, ребята?
Что я могу сюда поставить? Наверное, надо было каких-то дальнобойных, да, ставить. Дейзи, кстати, был бы неплох. Ну, давай смотреть. Let's rock. Просто глянем. Потому что так тоже не определиться, да? Что нам здесь вообще ожидать? Бонус 10 тысяч. Смотрим. Так, если что, ребята, лаву-гуаву буду выставлять здесь по возможности. Воу-воу-воу-воу, сразу бегут, смотри. Сразу все щеманулись. Он, откуда их вообще вызывает? Ну-ка давай так бомбить. Почем свет стоит? Да, пав-бал-то, конечно, ребята. Эй, а тут еще и летающие, оказывается. Я-то этого не знал. Это жестко. Серьезно говорю, это очень жестко. Нет, надо было, наверное, взять нам и Дейзи сюда. Зомби читает книжку задом наперед, ребята. Точнее, да. Не задом наперед, а вниз головой. Мы хоть что-нибудь там нанесли этому боссу-то? Какой-то урон. Минимальненький. Да. Я до него не достаю, понимаешь, абсолютно ничем. Ни один вид монстров моих, точнее, моих этих растений до него дотянуться не может. Поэтому он себя очень-очень прекрасно здесь чувствует. Надо было взять Дейзи. Не знаю, там горхострелов можно было бы взять. А лучше всего лазербин, да? Да, ребята, лазербин бы здесь вообще идеально зашел бы. Смотри, сколько здесь. И надо будет, конечно же, брать, наверное, что-нибудь такое противолетающих, например, клевер. Вот куда ты плешь, а? Давай. Ты посмотри, как я отстаю, господи, от своего оппонента. Я как нуба здесь себя чувствую. Я ей-богу тебе говорю, как нубас просто-напросто. У него там уже сколько? Почти ляма, у меня всего лишь 300 тысяч. Ну, ребят, я понял ошибку свою. Я ее прекрасно понял. В чем она заключалась? Вот эти вот штуки здесь не просто так даются, да? На них, конечно же, нужно было выставлять каких-нибудь дальнобойных растений. И, соответственно, их еще вот так вот под ультой бомбить. Все было бы вообще замечательно. А у меня все обычно для ближнего боя. В этом мой большой минус. Да, в этом большой мой минус. Так что будем с тобой знать. Вон, у него уже 2 ляма почти. Почти, ребята, 2 ляма. Я сам виноват. Что ж поделаешь. Лопухнулся и лопухнулся. Я корову проиграл. Тем более у нас с тобой есть гемы, да? Мы можем с тобой сделать аркад, вот все. Да, я только лям 200 взял, а у него уже 2 ляма. И что же он тут сделал? Я не знаю, ребята. Ну, в принципе, я не знаю, зачем он, правда, взял эту. Конечно, будем тратить. Зачем он взял арбуз замораживающий? Видимо, выставлял их там и применял ульту, скорее всего. Ладно, я попробую, ребята, сыграть, но немножечко по-другому. Мне здесь понадобится лазербин. Мне понадобится здесь горохострел. Возможно, понадобятся еще картофельные мины. Кого еще можно будет сюда включить? Кого еще можно будет включить? Давай посмотрим. Так, дальний бой, так дальний бой, да, как говорится? Так, подсолнухи. Ладно, возьмем подсолнухи, возьмем мины с тобой. Дальше. Клевер. Так, три стрел где у нас? Где три стрел? Три стрел возьму. Лазербин. Лазербин. Кого еще-то тут можно взять? Или поменять? Может быть, вместо мины взять электрокамыш? Или все-таки горхострел взять, а?
Ребят, что скажете? Я вот, честно говоря, немножко даже сомневаюсь. Ну, дальники есть? Есть. Поэтому должно сейчас быть все нормуль. Поехали, попробуем. Ага, все отлично. Здесь взял. Мина. Поехали. Ага, значит так. Выставляем в первую очередь вот таким вот образом. Теперь выставим с тобой мины. Сюда я поставлю лазербины. И подсолнухи пускай вот здесь вот. Один всего лишь? Ладно, фиг с ним, пускай один будет. У нас с тобой есть первое удобрение, поэтому можем его активировать и нанести минимальный урон. Так, давай сюда. Ага, появились, да, голодранцы? Голодранцы появились и сразу же распылились. Но подсолнухов, я думаю, ребят, тоже не надо выставлять здесь слишком много. Ты что за крипы что-то такое идет нагло. Давай-ка мину сюда. Летающий, да? А что это они на такой скорости-то вдруг щеманулись? Объясни-ка мне на милость. Так, подсолнухи, все. Так, появляются еще, да, ячейки, ребята? Появляются у нас еще ячейки. Правда, подсолнух. Ну да ничего страшного, давай влепим. Так, это их сдуть. Отсюда. Вот что вот он идет, а? Ладно, ничего страшного, пускай будет так. Где удоб... Вот, смотрите, 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 что он начал. Он уже начал психовать. Он уже начал психовать, босяра-то. Понял, да, что не так все хорошо и вкусно, и сладко. Начал уже... Ага. Да летите вы отсюда. Блин, где удобрение? Ну-ка. Что же, вот оно. Вот оно удобрение. Так, ребят, давайте активировать. Пока не поздно. Хоп-хоп-хоп, надо заполучить свою энергию. Так, лазербин сюда влепим. Почему, почему мина? Мина? Мина почему не сработала? Я не врубился. Что-то происходит, ребят. Для меня здесь немножко, конечно, сейчас было все вот это странно. Будем честны. Идут, идут, смотри. Пофиг им на все. Летающих сдуваем, конечно же. Без компромиссов. Добряшки активируем. Ну, что дальше? Еще... Блин, почему он так быстро взрывается-то? Я не пойму. Летающих. О, там еще и гаргантюа целая куча. Посмотрите, посмотрите, что творится. Обалдеть. Тут просто обалдеть. Так, сколько? Ну я, ребят, здесь-то, конечно, я выиграл. Понятно дело, но такой трешняк здесь творится. Просто. И то я 2 миллиона не набрал. Ну и оппонент мой тоже всего лишь 600 тысяч взял. Вот, я считаю, нормуль растения. Так, ну что, мы с тобой зарабатываем 8 пиньят. Ох ты. Ничего себе. Целая миска конфет мятных. Да? Ну-ка. Так, 10, ребята, клевера получили мы с вами. О, а он у меня что, готов прапаться? Не знал. 10 орехов. Доисторических, примитивных. Так, 10 шипов каменных. Могилоед. Ага, тоже готов улучшиться. Окей. Так, черебин. Получает тоже немножко. Так. Виолет. И... Ну, неужели, ребята, я могу... А, нет, не могу, не хватает еще, да? Блин, не хватает буквально 13 этих карточек. Но все-таки... Все-таки, ребята... Вот здесь мне ревард понравился, если честно. Так, мы можем с тобой посмотреть видосик, получить перчатку... И что нам это даст? Тут 8 конфет.
Я даже не знаю, ребята. А что у нас разыгрывается? Мяты никакой нет, просто пинета, да? Купить. Чего купить-то? А, ну это задан... Нет, не хочу. Так, здесь... Нет, конфеты мне тоже пригодятся на что-нибудь другое, пока их тратить мы не будем. Давай-ка глянем, что у нас есть в плане... А может быть, ивент какой-нибудь новенький. Так, подожди-ка, вот здесь вот можем? 5000. Слушай, а в чем смысл прокачивать, ребята, клевер? У него будет быстрее откат, что ли, идти? Так, здесь мы получаем 5 гемов с тобой. Шикарно. И еще 2 конфеты. Так, 42 получается, да? Ладушки. Ивент. Опачки. На гамнат. То есть это на жевательную резинку, по-моему. Давай попробуем его пройти. Или на него, или это ивент, где он будет просто присутствовать. Так, что у нас тут с факелами, все тому подобное. Там еще и быки эти идут. Да, ребят, это, видимо, с применением жевательной резинки. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что они могут делать, да, и что они вообще делают. Я считаю, довольно неплохой цветочек или растение. Когда он взрывается, плюс зомби... Так, зомби ничего не смогут сделать, просто будут стоять в этой жвачке. Ну, первый уровень, сам понимаешь, да? Довольно легкие. Так, подожди, вот здесь вот не надо. Сейчас будет своих мелких зомбарей выкидывать, да? Хопа-хопа, разбросали тут хламонов. Вот, видишь, они вот так вот, ребята, лопаются, и враг стоит на месте. А если слабенький, конечно, сразу погибает. Плюс, насколько я помню, ребята, он может тушить факелы вот у этих зомбарей при взрыве. Можно, конечно, проверить. Да, тушит. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Че у вас так дофигища-то сюда? Ну-ка, вжарь-ка им там. По полной программе. Достали уже. Куда ты? Ну вот куда вот он бежит, а? Сработало все-таки, да? Косилочка. Там еще и пианисты прут. Ну, с пианистами все намного проще, потому что их можно вот так вот, ребята, на жвачку на это подклеить. Ничего они не сделают. Будут там стоять до потери пульса. Дрынькать. Единственное, я вот не знаю, ребят, наносит ли урон, когда он находится в этой жвачке. Кто-нибудь знает? Если знает, пускай напишет. Если они еще и урон получают, когда, ну, прилипшие, то это вообще классно. Так, ну а мы с тобой переходим тогда на следующий бой. Это будет у нас второй из 5. Побежали. Что на этот раз там будет? А одну пиньяту мы с тобой всего лишь получаем. Так, то есть мы должны с тобой защитить, что нет. Здесь нет опасной зоны, так что... Но здесь спортивные бегуны, ребята. То есть американские футболисты, которые будут бежать. Поэтому здесь без жевательной резинки нам никуда не деться. Интересно, он раздавит или нет? Ага, вот так вот попал, да? Ты попал, парнишка. По-крупному. И... Так, а здесь можно шипы, кстати, применять. Так даже лучше. Так, даже... Ага. Вот об этом я тебе говорю, видишь? Спортсмены. А спортсмены эти, футболисты... Их нужно желательно быстрее уничтожать. А что он там жрет-то, я не могу понять. Жвачку эту, что ли, там лопает? Давай. Всех, как говорится, к ногтю. Слушай, по-моему, они получают, ребята, урон, когда стоят в этой жвачке. Видишь? Не зря они тут хотят ее слопать. Так, главное посмотреть, где у нас с тобой нет еще бублигумов. Куда обязательно нужно и ставить. Вот, например, видишь, наверху он бежит. Псих-то этот. Единственное, что вот этот гамнат, он после того, как использует себя, да? Все, ребята, он как бы исчезает. Он, можно сказать, как одноразовый. Но именно по задержанию вот таких вот сильных зомби, как вот спортивный, он очень хорошо подходит. Я не знаю, правда, против Гаргантюа он работает или нет. Мне кажется, должен срабатывать.
Тихо. Жвачка. А, их там два. А, так сразу вдвоем они попадают. Слушай, так это еще лучше. А что под ультой делает? Всех. Ребят, под ультой он приклеивает абсолютно всех зомбарей. И это круто. Ну что ты тут стоишь, щелкаешь? Думаешь, все будет хорошо, что ли? Ничего не будет тут хорошего тебе. Давай шипы вот так сделаем. Блин, а еще и выжили здесь. Успели. Ну что, я так полагаю, все, крышка им, да? Блин, он что, там 3 часа будет возюкаться с ними. Давай так шипы еще сюда поставим. Они не задевают их, да? Ну все, победа за нами. В общем, второй раунд тоже пройден у нас. Довольно неплохо. Переходим на третий. Сколько здесь у нас? 4, ну почти 4500 заработали уже. И третий раунд у нас. Кто здесь будет? Блин, цветочки, да? Нельзя помять цветочки. А вот и Гаргантюа. Как раз и проверим, будет ли здесь гамнат работать. Звучит так, гамнат. Гамнут. Гумнут. Так, тихо. Хлопцы, куда собрались-то, а? Объясните-ка мне, пожалуйста. Далече ли вы собрались, зомби? Мне кажется, это только начало. Сейчас будут очень серьезные зомбари идти. Подготовиться надо хорошенько. Побольше жвачки повыставлять здесь. И на передний, и, кстати, на задний ряд тоже нужно, ребят. Побольше всякого хлама, чтобы они вжарили здесь. И мы ничего с ним не боялись. Еще жвачку выставим. Так, этого подбили. А вот, друзья мои, и Гаргантюа. Давай проверим. Непонятно. По-моему, он влип, да? Очкарик, по полной программе. Мне же не кажется. По-моему, нет. Да, он, ребят, стоит на месте, поэтому Гаргантюа можно тоже вот так вот приклеить. Слушай, ну это и хорошо. Это очень хорошо. Мы еще вот сюда поставим с тобой огненное зево. Пускай там шпарит. Кстати, сейчас пойдет, ребят, вторая волна. Ага, следующий Гаргантюа, вон там. Он вышел. Так, срочно мы с тобой сюда жвачку поставим. Погоди-ка. А, мы этого уничтожили, я думал, сейчас пройдет. Нет, не успел ничего сделать. Ну, все-таки хорошо получается. Даже можем с собой вот так вот сделать. Поджечь их всех там. Новое достижение я как-то получил. Век дракона. Тихо. Слушай, и она довольно долго держит вот, приклеенным, да, зомби, ты заметил? Вот сколько там этот верхний уже стоит? Минуты 2-3 уже. Никак не может отклеиться от нее. Так, стоп. Вот здесь вот что-то мне не нравится. Хотя все отлично. Паника была зря. Паника, опа. А вот этого не надо делать. Блин, он отцепился, ребята. Есть контакт. Ну что, это получается у нас последняя с собой волна. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Пускай они там дерутся. Мы наносим им урон. Вот сюда еще поставим, чтобы было идеально. И вот сюда. А, он... Нет, будет. Будет наносить урон. Да все, крышка. Они ничего здесь не сделают, ребят. Мы их сейчас просто зажарим. Снапдрагон тут бомбит, как ты видишь. И плюс наш гриб. Долго, конечно. Давай, наверное, поставим ускорение здесь. А то мы запаримся сейчас с тобой тут выжидать все это. Можем даже сделать, знаешь, как вот так.
И вот так вот. Чтобы все это быстрее, да, у нас. Блин, он здесь последний, Гаргантюа этот остался. Есть контакт. Ну, тут вообще на изи. Так, это у нас какой был? Это третий раунд, да? Переходим, получается, на четвертый, а там уже и пятый не с горами. Там уже и пятый не с горами. Контини, конечно же. Еще не спрашивают меня еще. В плане, какая арена? Что они творят, ребят? Я говорю, дайте мне ивент пройти. Плей. Смотрим, что у нас тут будет. Но твою ж налево. И надгробий очень много. Так, ладно, смотрим. Опять гомнут, гумнут. Ладно, будем выставлять жвачки здесь везде. Пускай стоят. Хлеба, как говорится, не просят, да? Слушай, ну Цитрон нормально так надгробие уничтожает. Молодец, красавчик. Так, Лазарбин пускай здесь стоит. Вжаривать. И Цитрончик сюда поставим наверх. Да, вот единственное, что они ставят щиты, но против Лазарбина их щиты не работают. Шикарненько. Так, они выпустили своих этих малышей, да? Фиговых. Вот это вот, я так, ребята, не понял, что это вот за растение? Какой-то призрак, не призрак. Нет, ну выглядит он как призрак, но что он делает, пока я не понял, если честно. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Давай, вжаривай, залепляем всех. В плане, подожди. Такого же не должно было быть. Пробежал, блин, причем в наглую, заметил? Зашибись. Так, у меня есть еще, да? Воу-воу-воу, там армия придет, смотри. Не кислая какая. Так, сдуваем их всех, хоп. Зашибись. Сдул, называется. Вляпался, да? Не успел пробежать. Так и должно быть, ребят. Нужен... Мне нужен клевер срочно. Где клевер, блин? Фиг тебе, не клевер, да? Балалайка у тебя, не клевер, я так и понял. Вот фигня-то, а. Хоть бы один клеверок бы дали бы. Так, здесь разбомбили. Вот смотри, вот что он делает. Он так наносит урон, да, этот призрак? Или пугает он их? Я не пойму, что он делает. Но урон, судя по всему, наносит он неплохой. Что там дергается этот? Куда ты собрался? Видишь, он хочет счистить, но не получается у него. Конечно же, не получается, потому что он приклеился, елки-палки. И все-таки жвачка наносит урон. И это классно. А привидение может бить? Нет, сзади не может. Вот и классненько. Мы с тобой идем на последний этап. Как только мы проходим его, ивент будет у нас засчитан. Так что поехали. Самое сложное, конечно же, это уже на самом последнем уровне все. Так. Вперед, как говорится, и с песней. Что у нас здесь? Покажите мне, пожалуйста, весь список зомбарей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там еще и курицы, блин, там еще и курицы. Так, ну раз курицы, ребят, конечно, электрокамыш здесь в первую очередь, он просто необходим здесь. Так, и, наверное, будем вставлять сюда орехи. Как оно тут все пойдет? Камышей нужно побольше, че, два камыша это... Конечно, не справятся они. Во! Это уже другое дело, это уже ближе к теме. Так, орехи. В общем, здесь сделаем с тобой из орехов защиту. Потом сделаем жвачку. Ну и камыши будем выставлять в два ряда, наверное, скорее всего. Твою налево. Идут. Да, ребята, идут. В плане. А, все, приклеился. Я думал, он жвачку уничтожил. Как-то у него так получилось.
Опа. Пускай стоит приклеенный. Нечего ему здесь вообще делать. Так, камыши. Ага, вон, удобрение есть, ребята. Удобрение пришло. Что, можно сделать как? Да никак, пока потерпим. Я лучше потом, если что, ребят, наверное, на жвачку применю. И чтобы можно было бы их всех сразу приклеить. Так, вторая волна. Вторая волна собирается идти. И вот теперь, я хочу вот так вот сделать. Кого смог, того приклеил. Пускай там стоят приклеенные, никуда не денутся. Так, камыши. О-о-о-о-о. Так, секунду, давай вот так. Блин, ну. Смотри, сколько их там. Там их дофигища. И они все приклеенные, замечательно. Но ты не забывай, что сейчас пойдет еще одна очередная волна. Так, удобрение получили, и это самое главное. Так, так. Смотри, как вжариваем. Ух, красота. Давай сюда жвачку поставим. И бомбанем. Слушай, ну последний уровень почему-то не показался самым-самым легким. А как тебе? Смотри, мы им просто ничего не даем здесь сделать. А это последняя волна, кстати, да? Вон, судя по графику, по шкале. Короче, разобрали. Лишь бы награду дали хорошую, достойную, да? Ну-ка, глянем. Что ты нам здесь сейчас дашь из этой пиньяты? Почти 5000, не хватило буквально, ребят, 40 очков. 40 монет. А ну-ка. Угу, солнечный. Солнечный, как его? Солнечная фасоль. Так, это у нас... Ну, понятно, замораживающий дракон. Звезда фруктовая. Горохострел. Эй-эй-эй, в чем проблема? Что? Так его надо покупать. Они дают их, да? А прежде чем их открыть, надо купить. И это плохо. Ну, вроде бы как и все. Нет, у нас еще есть с тобой, ребята, Пенни Пурсуит, насколько я помню. Можно здесь, конечно, еще поиграть. Но посмотреть, кто здесь вообще хотя бы дается. Оу, слушай-ка, а может быть мы с тобой сегодня откроем это растение? Ну-ка, давай попробуем. Нам не хватало сколько там? 15, по-моему, да? Или даже 12? Давай рискнем. Так, выбери, что нам тут взять? Ну, не знаю, вот это вот, что это такое? Знак стоп. Твою ж налево. Блин, там еще эти зомби-офис, да? Так вы сказали этих зомбарей звать? Что-то мне как-то тут дали. А зачем мне, интересно, два вот этих вот персика? Что-то как-то интересно. Ну, например, отключим его. А это-то почему не работает? А что? А-а-а! Ну я-то, блин, понятно. Это имитатор. Это, друзья мои, имитатор. Ну и как мне его сейчас, извини меня? Лазарбин один здесь не справится. Да даже вдвоем не справится. Сейчас будет давить. Давай, прожимай его. Предположим. Так, пока не будем тратить, наверное, да? Нельзя, чтобы они давили цветочки, а он сейчас раздавит. Все. Раздавил цветок, и армия побежала, блин. Что у нас тут? Что-то как-то не получается, друзья. Что-то не получается, если честно. Что там? Да еще и подсолнухи такие дали, дешманские.
И эти зомби, насколько я помню, они довольно сильные. Так, выруби их, пожалуйста, всех. Трындец, короче. О, все, все понятно. Почему он имитирует именно, блин, этого-то? Я не могу врубиться. Что за фигня? Не понимаю. Куча подсолнухов, а от них толку вообще никакого. Лазербин слабый. Что я могу здесь сделать? Не могу вот так вот подталкивать их всех, ну типа. Будто я от этого что-то выиграю, да? Ну, жарить могу вот так вот. Да это какое-то издевательство, если честно. Какое-то издевательство. Так, ладно. Давай, наверное, в отключку этих. Поехали еще. Мелкие еще эти сейчас побегут, блин. Они же тоже, по-моему, да? Да, они тоже отключаются. Так, где их там больше всего? Вот здесь, по-моему. Да валите вы отсюда. Кто вас вообще звал-то, а? Мелкие гаденыши. Сюда поставить еще лазербин. Так, это, ребят, последняя волна идет. Это последняя волна, плюс еще, я так понимаю, сейчас танцоры тут пойдут. Судя по музычке, да? Упс, а у меня и финансы еще закончились. Ой, красота. Неописанная, да? Зашибись. Что, придется вырубать как-то? Что-то, мне кажется, все, ребят, фейл. Фейл, просто-напросто фейл. Они пролетят, ничего даже сделать здесь не сможем. А как ты видишь, газонокосилок у меня нету. Получается, я просто вхолостую потратил 4000 голды. Ну вот как, извини меня, вот это вот параша, я должен здесь отбиваться. Как? Да никак, ёлки-палки. Фигню кто-то придумали, блин. Вызвали этих уродов, которые вызывают летающих зомби. У меня ни клевера, ничего нету. Дерись как хочешь. Да пошли, не знаешь куда. Так, ну что, ребята, давайте тогда будем закругляться. Нет, можно, конечно, было бы пройти, например, первый уровень, потом пройти дальше. Но мне-то хочется вот это вот заработать. Ладно, еще разок. А зачем я еще разок пошел, если у меня уже нет голды? Твою ж налево, а? Чтобы сфейлиться, да? И взял вот эту вот ерунду. Че она мне, ребята, она мне вообще ничем не помогла. Ничем. Давай попробуем мину взять с тобой, картофельную. Да я здесь без голды не пройду, друзья. Шестой уровень? Не. Подсолнухи эти еще дешманские, которые вообще мне здесь ничем не помогут. Лазербин тоже слабый, всего лишь третьего уровня. Стоит, как я не знаю что. Если бы вот эта вот ерунда хотя бы наносила урон, можно было бы, да, еще побороться. Она же урона не наносит, она просто их вырубает. О, мина сработала, елки-палки. Она сколько там? Раз в 25 секунд, по-моему, да, срабатывает? Если я не ошибаюсь, я не могу ошибаться. Так, опять ожил. На тебе, вырубим пока. И вот эти вот мелкие, да, плешивцы, паршивцы вот эти вот раздражают тоже. Прыгают здесь. Ну, что вот он прыгает? Вырубить его надо. И лазербин ставить. Сейчас вот, если он помнет цветочки, на меня побежит офигенная армада. Давай. Да они уже тут потихоньку бегут. Опа, хотя бы здесь с несколькими справились. Уже хоть какая-то радость. Так, вырубаем. Да чё ж вы так долго-то их по ним прошиваете? Вот объясните, почему так долго?
Неужели нельзя как-то быстрее? Неужели вы такие настолько слабые? Получается так, что они действительно, ребят, слабые. Сейчас цветы помнут и пойдет, поедет. Да? Ну да, так и есть. Вот, начинает. Он съедает практически моментально. Бесполезно. Очень быстро сметает их. Этот, друзья мои, раунд я пройти не смогу. По крайней мере, ну, именно второго сложности, уровень второго сложности я пройти не могу. Вот, вот они, танцоры вшивые появились. Ну и вот что ты мне прикажешь делать? Вот как вот их бомбить? Были бы деньги, может быть, я, конечно, сейчас тут как-то начал тут расстреливать. А без денег я вообще ничего не буду делать. Он их вызывает и вызывает. И смотри, какая тут армада пошла. И пошло, 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 поехало. Удобрений нету, ничего нету. Как хочешь, так с ними дерись и борись. Нет, друзья мои, это фигня полнейшая. Полнейшая фигня. Две попытки и два фейла. Ну ладно. Ладно, тогда будем закругляться. Я думаю, что, наверное, в следующей серии я попробую сделать немножко по-другому. Пройдем с тобой первый уровень. Обычный, да, вот, вот этот вот. Тут, наверное, порвем третьего уровня. Потом пройдем дальше и там посмотрим уже. Тем более он коротенький, всего лишь раз, два, три, четыре, пять. Пять этапов. Пять этапов. Так, что у нас там на огороде? Давай глянем. Окей. Забираем. Это забираем. Отлично. Все. Так что, ребятушки, до новых видосиков и до скорых встреч.